Доброе! В студии Кирилл Уржумцев, и сегодня я спешу поделиться с вами рецептом ленивого корндога. Расскажу, что же мне сегодня необходимо для приготовления корндога. Конечно же, хлеб для сэндвичей, сосиски. Также я возьму специальный сыр, который положу на хлебушек. Также сегодня будет небольшой кляр. Для него мне понадобятся яйца и панировочные сухари. Давайте приступать к готовке. Первым делом я возьму кусочек хлеба, специальный хлеб для сэндвичей, и раскатаю его скалкой. Для чего я это делаю? Да для того, чтобы хлеб стал более пластичным, чтобы в него было проще заворачивать сосиску и сыр. Далее переходим к кляру. Для него необходимо 2 яйца. К яйцам добавляем приправы. У меня это соль, паприка и черный перец. Ну а затем берем вилочку и взбиваем. Кляр у меня готов. Отставляем его немного в сторону и переходим к сборке корндогов. Для этого беру кусочек хлеба, который предварительно раскатал скалкой. Далее беру сыр. Сырок кладем на хлебушек. Сосиску тоже кладем на сыр. А теперь очень важный шаг. Берем кисточку и кисточку окунаем в наш кляр. И по краю хлебушка промазываем для того, чтобы у нас все скрепилось, потому что мы будем наш хлеб сворачивать. Не зря же мы его раскатывали, собственно говоря. И отправляем хлебушек прямо в кляр, то есть в яйца со специями и панировочные сухари. Тоже все взяли, прокрутили, а далее вот эту красоту отправляем на сковородку, которую я уже предварительно разогрел, где-то до средней температуры. Ну и повторяем эту процедуру с каждым кусочком хлеба. Только посмотрите, какие красивые ленивые корндоги у меня сегодня получились. Подавать их можно вообще с любым соусом. Я вот предпочитаю соусы на основе майонеза. И на самом деле выбираю для себя и для своей семьи, конечно же, майонез от местного хабаровского производителя, от МЖК. Майонез «Провансаль» от хабаровского МЖК – это натуральный продукт с использованием отечественного сырья. В отличие от других производителей, МЖК «Хабаровский» придерживается рецептуры, разработанной еще в советское время. В составе натуральное сухое молоко, яичный порошок и традиционная русская горчица, придающая пикантность майонезу. Рецептура «Провансаля» уникальна. Он производится строго по ГОСТу, без применения консервантов. Провансаль вкусный, полезный и качественный. Ну а пожелание на день будет следующее. Начинайте задумываться о подарках к Новому году заранее, и тогда праздник не застанет вас врасплох. Ну а еще обязательно включайте телеканал «Губерния», где мы с вами и увидимся. На этом все. Приятного аппетита. Пока.